Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Find X3 Pro. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства, как его сбросить и все настройки. Итак, для начала мы отключаем телефон. После его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. После появления логотипа отпускаем кнопочки. Выбираем здесь английский язык, попадаем в режим recovery и выбираем формат data. Вводим код, который будет здесь показан. И нажимаем формат. И нажимаем ОК. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.